Добрий вечір всім. Рада всіх вітати на Кураж Базарі. Мені дуже приємно, що мене сюди запросили, оскільки я люблю безмежно і Кураж, і Якабу. Якабу Паблішинг є моїм видавництвом. Саме тому я тут знаходжусь зараз. Моя книга, нова книга вийшла влітку. І зараз в нас якраз час активної промо-компанії, тому це презентація моєї книги. І в нас буде годинка, щоб я про неї добрезно розказала. Я не знаю, на якому язикі вам лучше, щоб я говорила. Я можу, можемо построїти по-разному нашу комунікацію, щоб, поскольку ви в масках, і я плохо віжу ваші емоції, а я тот чоловік, кому важні емоції інших людей, я вас попрошу підняти руку і сказати, хочете вопрос-ответ, или щоб я щось поговорила, а потім були вопрос-ответ. Вопрос-ответ? Или поговорила? Поговорила. А, супер. Добре. Книга, которую мы сделали, вроде бы это презентация книги, я должна говорить о книге, но на самом деле я просто буду рассказывать о своей философии, и это все есть в книге. Так случилось, что книга писалась 1.5 года, и фактически туда попала большая часть моей жизни, ну и до этого времени тоже. В этой книге я пыталась убедить вас не готовить, не париться, не думать ни о чем, не усложнять все, не торопиться усложнять, не планировать усложнять. Вот фактически нифига, нихера не делать на кухне. В принципе, здесь много рецептов, но все они именно построены из такой логики, чтобы ничего не делать. И эта книга призвана доказывать всем, чтобы ничего не делать. Так получилось, что вся моя жизнь, она связана с моим детством, и, в принципе, все, что я делаю сейчас, это скорее компенсация всего того, чего я не имела в своем детстве, либо имела в недостаточной степени, либо же сильно скучаю по этому. Поэтому там есть, по-моему, раздел называется «Смачное кудетинство», вот, где собраны какие-то рецепты из детства. Но на самом деле я, конечно, думаю, что все наши травмы, все наши беды, все наши боли и все, что с нами сейчас, это то, что из нашего детства. И если бы у нас была возможность, хоть какая-то микроскопическая возможность вернуться в свое детство, быть нашими родителями и не быть к нам такими жестокими, то у нас бы, возможно, все было по-другому. Вот. Ну, это такое, казалось бы, что это не имеет отношения к книге, но нет, елки-палки, это имеет отношение к книге, потому что все то время, которое мы проводили, играя сами с собой, пока родители что-то где-то готовили, занимались приемом гостей, удивляли соседей, ну, в общем, делали все то, что и даже сейчас иногда принято делать. Если бы они уделяли нам время, мы бы, наверное, больше купались в любви, наслаждались бы всем, вот, и, возможно, бы мы помнили бы не сами блюда, а какие-то активности, которые были, не знаю, пели бы больше, танцевали бы, играли бы в монополию или еще в какие-то игры. И я вот могу только призвать вас к тому, чтобы это шикарный повод меньше проводить времени на кухне и пытаться удивить людей приготовлением каких-то блюд, то, что ваши дети будут счастливее, ваши мужья, ваши жены, ваши девушки, ваши мужчины, женщины будут гораздо счастливее, если вы будете меньше готовить и больше непосредственно любить. Почему-то так считается, что проявление заботы, любви, вот говорить, готовить с любовью. Я сама очень много лет эту философию исповедовала, что вот вкладывать любовь в то, что мы делаем, и потом дарить этот любовный бутерброд кому-то. Сейчас я так не думаю совершенно. Я думаю, что можно исключить бутерброд из этой связки и прямо любить сразу. Ну, типа,
бутерброд отдельно, а любовь отдельно. И очень часто многие вещи, которые мы делаем, даже не обязательно это еда, но это те вещи, которые, ну, как бы это такая сублимация, знаете. Мы вроде бы показываем через еду, что мы можем любить, но чаще всего мы это показываем тогда, когда сразу любить мы не можем. Ну вот прям типа «люблю», нам надо какой-то суп сварить и сказать «люблю». Вот. Поэтому я не считаю, что гастрономия, кулинария, что это не круто. Я, безусловно, много готовлю, но я перешла в тот формат философии, где мое общение с едой — это исключительно моя потребность, и моя любовь, и мои отношения с едой, и они дальше никому не должны переходить. Что это мне дало? Это очень усилило мою любовь к людям непосредственно. То есть я перестала насиловать людей едой, я перестала насиловать людей любовью через еду, я стала просто открыто любить людей и просто готовить для себя. Почему это важно для меня? Потому что я очень люблю природу, я обожаю все, что создает природа. Ну, как бы капуста, например. Капуста такая красивая, ее разрезаешь, там такие жилки, она так классно пахнет. Ну, она уникальна, да, то есть в ней там можно кто-то реку увидит, кто-то какую-то систему, нервные окончания человека, кто-то еще что-то. И получается, что вот это время общения с природой и с едой — это только для меня. Я не хочу обманывать людей и говорить, что «дорогие ребята, капуста — это очень полезно. Я очень заботливая мама, поэтому я готовлю вам капусту, вы ешьте капусту». И так я проявляю свою любовь. Я считаю, что это херня. Я думаю, что любовь людей друг к другу — это просто любовь людей друг к другу. И сейчас у меня есть общеобразовательная школа, в которой учатся много детей, много семей, и очень часто я сталкиваюсь с очень большой проблемой, когда дети не едят. Ну вот ребенок совсем не ест, да? Или плохо ест, или что-то ест, что-то не ест. У кого есть дети? У кого не едят дети? Сразу. У меня. Я страдалица. Вот я буду сейчас про вас рассказывать. Вы извините, пожалуйста. Вы меня не бейте. Вот всегда, когда у людей дети не едят, они всегда приходят в ресторан. Я не знаю, это у вас или нет. Если это у вас, вы уйдете скоро. И они такие: мы будем там заказывать. Но смотрите, мой ребенок не ест это, не ест это, не ест это, не ест это, не ест то, не ест то, не ест то. И официант такой: ну, окей, сейчас будем что-то выдумывать. Но мы каждый раз делаем анонс ребенку, напоминая, что он не ест. Почему мы это делаем? Мы это делаем, потому что мы как бы убеждаем весь мир в том, что мы прекрасные родители. Но поскольку наш ребенок не ест, мы жертва всего этого, и все должны знать о том, что не ест наш ребенок. Я хочу сразу сказать, что дети могут что-то не есть конкретно у вас. По разным причинам. Это совершенно не сказать, что вы невкусно готовите. Совершенно. Есть масса причин, по которым это может происходить. Но наша задача — заворожить и ребенка, и взрослого едой. Заворожить — только заинтересовать. Невозможно заинтересовать, сказав, что я это готовил с любовью, съешь это, пожалуйста. Это как сказать, что тебе это не надо, но я очень старался, поэтому ты, пожалуйста, съешь, чтобы меня не обижать. Ну, получается как бы так, но это как бы, но это не очень круто, потому что это воспитывает, понимаете, в ребенке какое-то чувство вины за то, что если он что-то, ну, не то ест, он чувствует себя виноватым. Почему я это не люблю? Потому что сегодня многие из нас выпили уже бокал чего-то, а многие из нас чувствуют еще себя виноватыми и еще не выпили. Кто-то уже съел что-то, что, ну, они могут себе позволить съесть, а кто-то не съел, потому что они чувствуют еще себя виноватыми, и они это съедят, но когда выпьют бокал вина, у них, типа, отпустит все, и потом они уже съедят сверху. Вот.
это все как бы получается, что идет, казалось бы, да, детская еда, ну, какая-то ерунда. Но, в принципе, очень многое, что происходит с нами, происходит именно из-за пищевого поведения. Вообще, если честно, абсолютно все. Ну, я во всяком случае верю, что абсолютно все. Возьмем ситуацию, в которой дети ничего не едят. Тема вообще детского питания кого-то интересует? Да? Ну, окей, ладно, расскажу. Вот. И получается, что когда ребенок ничего не ест, мы очень боимся, что он умрет. Ну, мы нереально боимся, но мы хотим, чтобы весь мир думал, что мы боимся. Ну, вернее, что мы показываем, что мы очень хорошие родители, поэтому мы должны принимать какие-то меры. На самом деле, голодный ребенок съест что-то, ну, когда он будет реально голоден, да? И он может долго не есть то, что он не любит, но если мы постоянно не даем ребенку снэк до, например, мы ему даем там какой-то суп, он его не хочет, но он уже знает, что если он не съест суп, вы ему что-то подсунете. Потому что мы будем переживать, что он останется голодный. То есть он как бы этот сценарий уже знает до того, понимаете, как мы его сделали. То есть он такой себе утром, ну, наверное, я бы хотел целое утро есть бананы, потом бургеры, потом на ночь надуться кока-колы или каких-то энергетиков, если это подросток, потому что энергетики вставляют, там дофига сахара. Ну, я бы тоже целый день пила бы энергетики. И получается, что в этой ситуации у нас остается очень, ну, очень такой необычная такая ситуация, в которой мы вроде бы хотим сделать лучше ему, чтобы он лучше ел, но на самом деле он ест гораздо хуже, потому что мы больше стараемся. Если мы проанализируем ситуацию, скажем так, смотри, мы не будем давать снеки, мы просто уберем все снеки из дому. И более того, любой снек, который мы с вами едим, это тоже про тревожность. Да? То есть это мы все время в рот себе что-то должны засовывать. Разные люди засовывают себе в рот разные предметы. Это и бокал вина, и орешки, и чипсы, и что-то другое, не буду сейчас говорить, еще нет 8 часов даже. В общем, мы все время пытаемся как-то закусить свою тревожность. И чем больше мы будем приучать ребенка, тем больше он будет тревожиться, начиная с того, что он будет подъедать, а потом это закончится тем, что он не будет цельно есть. Вторая причина, почему с детства дети плохо едят, у них нет чувства голода и нет чувства насыщения. Кто-то когда-нибудь переживал голод, вот настоящий голод? Есть тут такие люди, да? Я переживала просто. Ну, типа, я не ела, ну, полтора дня, ну, два дня, но это ужасно было. Было время, когда я не доедала в течение недель, когда я была студенткой. Ну, так у меня сложилась жизнь, у меня не было очень много денег. И когда у тебя, ну, когда ты не доедаешь, ты все по-другому воспринимаешь, и все становится острее, да, то есть кто-то там где-то готовит очень далеко какой-то шашлык, и ты, ну, чувствуешь его запах, хотя если бы ты был сыт, ты бы этого запаха совершенно не чувствовал. То есть еда сама начинает быть привлекательной для тебя, если, ну, если ты голоден. Это делает наш мозг с нами для того, чтобы стимулировать нас поесть, да, то есть он говорит: «Эй, привет! Я здесь, еда, я хочу поесть, ты можешь меня съесть». И вот в этой истории очень важно, чтобы ребенок немного поголодал. Конечно, я не доктор, но у меня есть двое выросших детей, которых иногда я забываю кормить. Я не думаю, что я женщина и мать, которой основная функция, которой кормилица. Я считаю, что я... чуть больше, и, может, я им могу дать чуть больше, чем просто их закармливать. Поэтому мне нравится есть самой вначале, а потом кормить их. Вот. Не наоборот, не доедать за ними, не подъедать за ними,
Я действительно это делаю. Тут есть мой муж, он не даст соврать, он встанет и скажет, это не так, вот, если это будет не так. Но действительно я могу подзабыть. То есть я завтракаю в одно время, обедаю, когда я хочу, ужинаю, а у детей как бы свой график, они едят тогда, когда они хотят. Иногда, конечно же, я могу и стрессовать, и заставлять, и бить рукой по столу, и говорить, что надо все поесть. Но на самом деле это не лучшие мои проявления, скорее это вторичные признаки, где я просто по старой памяти еще иногда себя так веду. Вот. Поэтому в попытке научить детей есть или есть полезно, есть только один способ – так есть самим. Для того, чтобы самим очень здорово питаться, есть несколько принципов. Я вот совсем недавно писала публикацию про овощи. Я сказала, что самое простое – это идти от овощей к мясу. То есть не планировать еду, там, сосиски. Ой, вы меня же не будете бить? Нет, слава богу, я думаю, сейчас я получу трендюлей. Вначале там мясо, сосиски, курица, рыба, а потом к ним гарнир. Не, надо наоборот. Вначале брокколи, там, ну что там вы любите, я не знаю, батат, картошку, там еще что-то, а потом уже мясо. Да? Мы все равно к мясу тяготеем, и мы все равно рыбу, мясо, ну или только овощи для вегетарианцев, там, или яйца, мы их добавим. Но если мы таким образом будем строить свою диету, ребенок будет вдохновляться и понимать психологически, что вообще-то главное. Ну, например, пример, когда мы говорим, что пицца, бургеры – это вообще фигня полнейшая, это нездоровая еда, это очень плохо, но на день рождения почему-то даем именно эту еду. Ну, типа, это странно. Получается, все самое худшее человек получает в подарок на день рождения, да? Ну, типа, нонсенс, да? Ну, типа, нам сказать, типа, тебя изобьют возле парадного, получи это в день рождения. Ну, как бы. То есть это такая подмена понятий. Мы сами не считаем, что это так, поэтому лучше, конечно же, применять это в своем обычном ритме. То есть иногда бургер, иногда пицца, вообще не проблема, иногда там что-то еще, но есть основная классная история – что обычное питание – это обычное питание. Самое крутое питание, конечно же, разнообразное. Точно так же, как и с людьми. Кстати, мне кажется, с коронавирусом тоже. Самое крутое – общаться с самыми разнообразными людьми и привыкать к их мыслям, бактериям, сокам, что там еще есть у людей, мнениям, взглядам, философиям, размышлениям, ля-ля-ля. Ну, мнение, наверное, одно из самого важного. Вот. Поэтому получается, что когда мы приходим на кухню, фишка наша в разнообразии. То есть нам нужно максимально разнообразить наше питание. И, возможно, если ребенок не любил брокколи, ну, типа, в январе, в феврале, если вы не будете хронически напоминать ему, что он не любит брокколи, ну, потому что вы же страдалец или страдалец, это же надо сразу сказать, мой ребенок ничего не ест, спасите меня, я такая несчастная. Он может это вдруг заесть в феврале. Это тоже может быть большой сюрприз. Типа, вау, ты стал есть брокколи. Но это как бы тоже не совсем правильно и логично, потому что каждый из нас меняется. Знаете, нам тоже не очень приятно, когда, например, мы не занимались спортом, мы курили, там, бухали, вдруг мы все это перестали, стали суперчеловеком, и наши друзья такие, вау, какой ты крутой, ты теперь не бухаешь, ты теперь, ну, типа, это, ну, как-то неуважительно вроде бы, правда? Ну, то есть, типа, ну, ты был таким плохим, и ты вдруг... Ну, типа, о, ты апгрейдился, типа, улучшайзинг. Ребенок тоже так это воспринимает. Ему тоже неприятно и обидно, что мы обесцениваем его прошлым. Поэтому, ну, типа, каждый раз можно давать, и лучше не делать на этом акцент. Самое главное, что не нужно делать в питании, воспитании ребенка, с ним договариваться. Ну, типа, смотри,
Сейчас утром я тебе даю яичницу, но когда мы придем к бабушке, поклянись мне, что ты съешь этот суп, тогда вечером мы съедим мороженое. Ну, типа, мы ему осознанно говорим, что смотри, в течение дня будет происходить полная херня, ты терпи, это ужасно, нужно будет это терпеть, потом ты это вытерпишь. И потом опять жизнь наладится. То есть он начинает реально думать, что суп — это плохо. Он начинает реально думать, что суп — это невкусно, неприятно. Поэтому для того, чтобы это элиминировать, в первую очередь, я сильно рекомендую занять позицию с детьми сожителей. Вы живете вместе, вы одним глазом поглядываете, что они там делают и едят, не убиваются ли, выжили ли. Но, в принципе, чем меньше мы будем собственных болей перекладывать на их реальность, на их жизнь, тем будет лучше. Почему это для меня так важно и почему я об этом говорю? Потому что когда-то, наверное, лет 35 тому назад, я одна жила в коммунальной квартире, подольской коммунальной квартире, и начала готовить вот как раз где-то в 7-8 лет, это как раз и было где-то 35 лет назад. Я для себя поняла, что все, что меня радует, все, что меня восхищает, это либо взаимодействие с людьми, с которыми я готовлю, ну просто с ними весело. Но знаете, в мое время взрывались банки со сгущенкой, мы дружно в коммунальной квартире сошкрябывали их с потолка. Что там еще? Вафельницы были, помнит кто-то? Такие старые вафельницы в них. Во, маргарин еще покупали в гастрономах, делали вот эти. Это романтические воспоминания, которые идут вразрез логики или полезного питания. Но это наше прошлое, которое прекрасное. Но наши дети сегодня, в принципе, ограничены. У них нет вот этой крафтовости, которая была тогда. Помните, родители приходили, достали там курицу, мясо или что там было. Это был целый праздник. Сейчас ребенок не может понять, почему это типа круто достать. Ну типа откуда ее надо достать. Да? То есть выбор настолько велик, что сложно в это поверить. Сейчас есть другие моменты очень важные. Сейчас очень много обмана. И если говорить и рассказывать о чем-то детям, очень важно понимать, что те, кто, например, готовит чипсы, делает чипсы, они очень часто нас обманывают, потому что они, например, ужасные, мерзкие чипсы запаковывают в упаковки крафтовые и говорят, что это какие-то крутые чипсы. Но на самом деле они вообще нифига не крутые, это просто маркетологи это придумали. Детям очень интересны какие-то вот сопутствующие истории, да, вот непосредственно не про еду, а что-то рядом. Но поскольку не у всех у вас есть дети, давайте я расскажу о взрослой жизни и о гастрономии. Наша ценность, я верю в то, что наша ценность каждого из нас, она не в приготовлении еды, не в количестве рецептов, которые мы готовим, и несмотря на то, что наши родители, и когда-то наши мамы, бабушки, тети, иногда папы хотели выделываться перед своими соседями, ну, по факту больше нечего было делать. Поэтому в приготовлении еды было очень много всяких слагаемых. Почему люди резали это оливье, да? Ну, а что еще делать? Как еще? Ну, вот, знаете, когда тебе тревожно, что ты делаешь там? Что-то перелистываешь, что-то там, не знаю. Это всегда такие действия однообразные. Мне кажется, что это всегда, наверное, какая-то терапия, да? Нарезали это оливье. Это оливье поглощалось очень быстро, мы его быстро съедали, и оливье заканчивалось. Или чистили рыбку, маленькую рыбку. Сегодня я не говорю, что это, ну, как бы все так, но я в этом вижу именно это. Я всегда вижу боль, тревожность, потребность нравиться, когда люди готовят для других людей. Я не говорю, что это плохо, но я говорю, что
очень осознанно остановиться и подумать, возможно, мы можем просто нарезать кому-то хлеб, купить какое-то растительное масло. Сейчас, благо дела, миллион вариантов разного масла. Посолить его, порезать помидорчик, сесть, уделить время друг другу, уделить время ребенку, поцеловаться. Моя любимая история про секс и котлеты. Почти все мужчины, наверное, любят котлеты, ну, да? Или они как-то декларируют. Я даже не знаю, почему же. Жевать не надо или почему? Ну, честно, я не знаю, это любовь какая-то людей к котлетам. Ну, в общем, котлета, ну, на самом деле это круто. Наверное, это тоже из детства. Вот это, правда, вот это приходишь домой, пахнет, уже идешь, поднимаешься по лестницам или едешь в лифте, такой... Мама котлеты делает, точно. Ну, поэтому, если в этом контексте, то реально тупо, когда твоя жена хочет быть твоей мамой и готовить тебе котлеты из детства. Ну, типа, это тоже... Ну, есть вещи поинтереснее, которые можно делать с женой, вместо того, чтобы она делала котлеты. Так вот, котлеты. Значит, я люблю первое. Первый пункт в котлетах. Значит, я делаю котлеты. Почему? Давайте версия номер один. Вы поднимаете руку, потому что вы видите мясо, из которого вы их делаете. Кто с этим согласен? Никто? Вы. Вы делаете котлеты. Хорошо. Спасибо, вы меня спасли, потому что если бы никто не поднял руку, все, конец моей теории. А, вот вы тоже руку поднимаете. Нет? А, окей. Юлька, это ты? А, привет. Все в масках, никого не узнать. Вот, значит, я делаю котлеты, потому что это фарш. Я знаю, это мясо. И я знаю, откуда это мясо. Это вообще хыбная версия, потому что откуда же мы знаем, откуда это мясо? Ну, то есть в супермаркете люди расфасованные видят мясо. Вы какое мясо выберете? В упаковке или расфасованное? За упаковку руку. Наша ряба кто берет? Ой, врете, берете все иногда. Боже, я так вот это не люблю. У нас тоже все в Гудвайне отовариваются. А потом дети только едят пельмени «Три ведмедя». Не знаю, как так получается. Удивительно, уникально. Тигрик, сосиски хотят, но родители никогда такие не покупали. Просто у бабушки покупайте. У бабушки там вообще хана. Это гораздо хуже, я вам сейчас расскажу. Это трагедия. Сейчас вам... Корову видите? В бабушке? Бабушка с коровой продает? Ох, у вас и фантазия. Ладно, это мега-тема. Все, вы меня зажгли. Это моя тема. Значит, смотрите, если мы покупаем мясо в упаковке, например, ну какое-то, я могу говорить открыто, например, эпикур, есть шанс, что это окей мясо. Если мы покупаем индейку, это во. В Украине еще не научились хреново выращивать индейку. Есть хорошая новость. Почти всегда она биологически чистая. Если мы покупаем нашу рябу, это капец. Это капец вообще. Почему? Это курица растет около 40 дней. А сколько растет обычная курица, как думаете? 3 месяца? 4? Сколько, думаете, сколько? Курица 2? Курица 2. Хорошо. Весной обычно появляются цыплята. Говорят, цыплят по осени считают. А на Рождество едят утку или курицу. 6 месяцев, чтобы из маленькой птицы выросла большая. Вообще капец, да? И 40 дней. Вы берете курицу, ну, возьмем у бабушки. Есть мы ее не будем, но возьмем посмотреть. Там, значит, кожица у нее, как у хорошей 60-летней девушки. А вот та другая, она даже как бы, ну, она просто такая белая, такая слишком мягкая, она прямо у тебя в руках прямо тает, понимаете? Ну, она как бы совсем другая. Конечно же,
туда добавляют много всего. Я сейчас вас не буду этим пугать, потому что не этому посвящена презентация моей книги. Все-таки извините на минутку с якобу. Но это полная фигня. Ну, то есть вот просто ни при каких условиях. Часто это поняли люди из больших корпораций. Они теперь все это выворачивают вот в эту раскладку. И мы думаем, что типа это не то, что вот там в упаковке. Это то же самое. Просто оно без упаковки, и психологически нам кажется, что это другое. Действительно, фермерское мясо, которое продается, это ок. Ну, на нем написано «фермерское» в разных супермаркетах. Но там должно быть написано, что оно фермерское. Вы всегда можете спросить сертификат, вам обязаны его дать. Идем дальше. Бабушка. Бабушка – лучший маркетолог. Лучше маркетолога, чем бабушка, нету. Бабушка – гений. Вы думаете, что бабушка реально в этом платочке беленьком ходит у себя по дому? С этими золотыми зубками? Не. Все, что может быть от этого, есть крестик. Все остальное – одежда бабушки, призванная, чтобы вы купили у нее что-то, особенно на рынке. Еще один маленький для вас сюрприз. Бабушки, которые стоят на рынке, не успевают все это выращивать дома. Это шок для меня был 20 лет назад. Но бабушка не может быть и тут, и там. У бабушки не может быть розмарина. У нее не может быть тимьяна. Бабушка может возле метро что-то на полу продавать. Но мы-то... Вы знаете какую-то бабушку? У вас... Вот смотрите. Ребят, у кого здесь в зале специальная бабушка? Руки давайте поднимем. Честно. Смотрите, у всех специальная бабушка. У всех специальная бабушка есть. Это еще многие не подняли, потому что уже поняли, что это подвох. Специальная бабушка – это окей. Но смотрите, вся птица, все яйца, все мясо должно расти в специальных условиях вдали от дикой природы. Это очень важно. Это причина, по которой мы сейчас с вами все в масках. Вы понимаете, летит ворона, пукнула, тут яйца у бабушки куры нанесли, упало на яйцо что-то, чем пукнула, извините, ворона. О, сальмонеллез в лучшем случае. Пироплазмоз, лептоспироз. Мы можем сейчас целую лекцию этому посвятить. Но проблема в том, что яйцо пористое. Курицу мы часто любим не до конца доготавливать. Часто мы ее замораживаем, потом запекаем, где-то внутри косточка холодная. В общем, я рекомендую супермаркет. Я рекомендую рынок для похода с корзинкой, зелень, эмоции, Инстаграм. Что вы там еще любите делать? Я экоблогер. Ну, вот эти вот все темы, которые люди иногда делают. Но реально... Покупайте вашу продукцию с сертификатом, если вы хотите нормально есть. Яйца фри-рейндж, конечно, свободного выгула только. Иначе яйца сидят в коробке по 10 человек. Вы знаете, такая клетка, из них выпадают яйца. Кто-то знает, что такое яйцо вообще? Яйцо. Что это? Что такое яйцо? Яйцеклетка. Яйцо – это яйцеклетка, это не зародыш, это не что-то другое, это именно яйцеклетка, которая просто независимо от желания курицы из нее выпадает. Но курица может быть в депрессии, а если она не видит свежий воздух, как и мы, все мы, она становится депрессивной курицей. Для того, чтобы она продолжала давать яйцеклетки, как и мы, ее подкалывают антидепрессантами. Это может быть витамин D в лучшем случае, в худшем случае настоящий антидепрессант. И в этом случае наша курица уже гормонально зависима. Ее уже всегда немножечко подкалывают. Поэтому, когда вы покупаете яйца, не покупайте Ясен, Свит, вот эти вот всякие, вот такие, которые пытаются сделать вид, что они хорошие яйца. Покупайте фри-рейндж яйца свободного выпаса. Так на них там и написано. Их уже много, они уже есть во всех супермаркетах, они дороже. Но это те настоящие счастливые яйцеклеточки, которые мы с вами хотим есть. Блин, звучит, я знаю, звучит очень тупо, но это реально яйцеклетки счастливых
курей. Это важно. Возвращаемся к нашим котлетам. Мы купили фарш или мясо, типа мы знаем, откуда мясо. Да, я типа знаю, откуда. Если вы выращиваете, да, наверное, да. Но иначе нет. Сделали фарш. Я не знаю, кто где живет, но, наверное, многие из нас живут в обычных украинских условиях, где кухня не так далеко от входной двери и верхней одежды. Да? Я, например, у меня есть соседи в доме, я точно знаю, что они готовили. Вот особенно, когда становится прохладно. Еще когда тепло, куда ни шло. Ну вот сейчас начнется сезон, от них штыняет всем. В общем, там и шуба, и бербери-пальто, и какие-то супервещи. Все воняет. Все. Мы дальше очень хотим сделать эти котлеты, чтобы порадовать своего мужчину. Оп, забыли. Сори, я забыла. Утром, знаете вот такую фишку, когда мужчина тебя видит, типа ты, ну, мы же все красивые, это понятно. Мужчина тебя видит, и он типа, ты... Вы идете на свадьбу, и он такой, ты открываешь дверь, заходишь, он такой, вау! А ты такой думаешь, ты что, идиот? Я же каждый день так выгляжу. Есть у вас, бывает у вас такое, когда он вас видит, такой удивляется вашей красоте? Вот, это значит, вы слишком часто делаете котлеты. Сейчас я объясню. Когда такое происходит, чаще всего мы все работаем, но чаще всего мы утром пропускаем его в душ, потому что ему быстрее. Не знаю, почему ему быстрее, но типа быстрее он как-то моется. Вот он быстро помылся, значит, ушел. А ты такая в спортивном костюме с завязанной такой штукой на голове. Ну, отдыхаешь, типа ходишь в растянутом спортивном костюме, завтрак готовила, потом тебе надо его убрать. Хотя ты работаешь наравне с ним. Но доказать ему это невозможно, потому что ты сама решаешь еще и плюс готовить, и убирать, и, в общем, контролировать все. Опять же, чтобы показать, что ты человечище. Тебя не просто можно любить, а за что-то. Вот. В общем, получается, что утром он ушел, а ты приводишь себя в порядок. Ты привела себя круто в порядок. Конечно, к тебе приставали все в офисе. Вася говорил, что ты сексуальная на работе. Ну, потому что ты реально сексуальная. Но ты первая пришла домой, как часто бывает. Смыла с себя город, как говорится, закрутила опять дульку, опять одела тот же спортивный костюм, он открывает дверь, заходит, ты в том же виде, в котором и была утром. Ему реально сложно понять, поверить тебе, что ты ходишь тоже на работу, что ты такая же успешная, и что есть Вася, который считает тебя сексуальной. Ну, потому что это, ну, как бы отдельная история где-то там. И вот получается, что... Когда ты уже пришла и привела себя в порядок, ты в этот момент... он видит Инстаграм. Он видит, что ты была секси, супер секси, что ты... в какой-то другой виртуальной жизни ты супер сексуальная женщина. Но в этой твоей жизни ты человек, который готовит котлеты. И вот ты берешь эти котлеты, формируешь эти котлеты. Когда приходишь... Ты ни в коем случае не наливаешь себе бокал вина, не остаешься в своей красивой одежде и в каблуках. Ты сразу все снимаешь, смываешь, чтобы твой мужчина даже не заподозрил, что Вася считает тебя, ну, объективно сексуальной. После этого ты... Я должна смотреть на время, сори. Мало уже. После этого ты начинаешь готовить котлеты, и ты уже немного нервная. Ну, то есть ты жертвуешь собой, своим временем. Ты раньше вышла с работы, ты должна была купить это мясо, ты подготовила все, чтобы было классно и вкусно, и чтобы ему нравилось. А он какого-то черта приходит с работы, и ему не супер нравится. Ну, как, ему нравится, но он типа не «Вау, какие котлеты офигенные у тебя!» Какая ты крошка у меня котлетная, сейчас я тебя зажму, тут сразу поимею на кухне. Нет. Он дает тебе возможность реализовать твою дурацкую идею. Ну, потому что он тебя любит. Он не хочет тебе отказывать в твоем желании доказать ему, что ты самая лучшая. Но по факту тебе доказывать, что ты самая лучшая, ну, как бы не надо, потому что ты и есть самая лучшая. Но
ты сама в это не до конца веришь, ну, типа, твои подруги, конечно, говорят, что ты самая лучшая. И Вася из офиса, который видит тебя сексуальной и накрашенной, тоже так думает. Но твой собственный мужчина не думает, что ты самая крутая, потому что ты позже ушла на работу, потому что ты смыла с себя город, потому что, придя домой, ты не осталась в своей суперсексуальной одежде и не решила готовить ужин прямо в своей одежде, прямо в туфлях. У меня третий муж, я делала разные эксперименты, но всегда, когда ты приходишь с работы, остаешься в этой в своей одежде, берешь себе бокал вина, наливаешь его и стоишь у окна, и приходит муж, и ты нифига не делаешь, а просто стоишь с бокалом, каждый мужчина говорит тебе: «О, Боже, что случилось?» Ну, потому что это ненормально, что ты не ухаживаешь, что ты что-то не делаешь, что ты... Ну, потому что ты должна быть все время в движении, ты должна быть на подхвате. Ты хочешь всем показать, какая ты старательная, какая ты умелая. Конечно же, когда ты говоришь мужчине, что... Это вообще дурацкая штука. Когда человек тебе звонит из супермаркета, а ты ему говоришь, что купить конкретно. Не то, нет, не эти таблетки. Эти нам не подходят. И эти овощи тоже, и помидоры именно этого бренда, не другого. Мы как бы в этот момент, мы немножко, ну, мне кажется, недооцениваем, что мы обесцениваем тех мужчин, с которыми мы живем. Я не могу говорить о мужчинах, я женщина. Ну, я не знаю, как они мыслят. Я могу только наблюдать за ними и сказать, что когда мы им конкретно говорим, что делать, а потом ожидаем спустя 5 лет, что они сами знают, что делать, но это невозможно. Они от мамы перешли к нам, какое-то время им повезло, у них начала вырастать самооценка, потом они встретили нас, потому что мы ничего не знаем. Вернее, ну они ничего не знают, а мы им точно расскажем, что нужно покупать и как, и где. Потому что если мы готовим оливье, то это должно готовиться именно, блин, из этого майонеза. И это настолько важно, что это прямо стоит отношений. И этот вечер может быть испорчен, и эта жизнь может быть испорчена. И потом мы наговорим друг другу всяких мерзких гадостей, понимаете? Потому что, ну, мы все на пределе. Ой, господи. В общем, котлеты. Если уже мы взялись их делать, хрен с ними, ну, любит он уже эти котлеты. Вы будете есть котлеты, девушки? Кто любит котлеты? Давайте руки поднимем. Мужчины, котлеты. Кто будет котлету? Сейчас, прям, даю котлету. О, там кто-то любит. Никто больше, да? Ну, 2 энтузиаста. Я думаю, и ты любишь, да? Хорошо, но ты любишь, я понимаю, не надо жевать их. Положил в рот, и они сами там рассасываются. Можно продолжать тыкать телефон. Так вот, если мы уже взялись готовить котлету, давайте будем готовить ее с готового индюшиного фарша, ну, типа, чтобы не париться. Попытаемся сделать так, что прямо в этот пакет, в котором мы будем готовить, мы насыпем специи все, вернее, в котором купили, чтобы просто не мыть потом миску. Смотрите, у меня есть одна фишка. Я часто делаю маникюр, и всегда, когда я говорю, когда мне говорит девушка, которая мне делает маникюр, сегодня не мыть, не стирать, руки не парить. Ну, у них там есть вот эта целая молитва, которую они, ну, вы знаете, вот аминь там заканчивается, ну, вот эта вот вся история. И я такая: конечно, вообще не... Первым делом, конечно, фарш. Следующая секунда, да? Потом там разные штуки бывают. Ну, в общем, хрен с ним. К чему я говорю? К тому, что когда мы это все делаем, мы тратим нереальный ресурс собственной выдержки, нежности, ресурса. Наш ресурс не бесконечен. Вообще не бесконечен, ребят. Наша жизнь, она имеет, ну, лимит. Каждый наш вечер, каждый наш день имеет огромное значение.
Ну, я не буду всех пугать смертью, хотя, ну, хочется, честно. Но, ну, и многие из нас умрут, кто здесь присутствует раньше, чем мы думаем. Но, всем хорошей субботы. Но, если говорить честно, то вот every second counts. Знаете, вот каждая секундочка имеет значение. И когда вы решаете переложить, будете чистить картошку, перекладывать фарш в миску, делать еще какие-то манипуляции, потом вы захотите пожарить котлеты. Это вообще капец. Все в масле. Стена в масле, ты в масле, он в масле, шуба в масле, лифт в масле, соседи в шоке. Давайте хотя бы налепим эти котлеты и поставим их в духовку. Да, они же будут не такие. Да, будут не такие, значит. Но вы будете чистые, все будет чистое. Мир будет прекрасный вокруг вас. И самое крутое, у вас будет секс вечером. У вас будет секс, потому что вы не будете трахаться с этими котлетами. Потому что потом что? Ну, ты готовишь вот эту всю еду. Тебе что надо сделать? Помыться. Помыть голову. Помыться. Потом ты уже пришла в душ, там появилась по ходу куча всяких новых нюансов, которые нужно реализовать. Помыл голову, подсушил голову, вышел. Он уже поел котлеты, уже на диване, уже впилился в приставку. Вы меня выгоняете? Да, я поняла. Хорошо. Да. 4 минуты. Вот. И а Седрикова не выгоняли, смотрите. Не ожидайте, ожидайте, ожидайте. Вот. И, конечно же, самое важное и самое ужасное, и самое крутое, наверное, то, что все вот эти микровещи, шинковать капусту или просто пол капусты отрезать, положить на стол, сказать, на, ешь. Я тебя люблю очень. Ешь свою капусту. Хочешь, порежь. Хочешь, жуй. Хочешь, можешь вообще забыть про капусту. Вот я. Вот, поэтому я реально вот этой книгой я очень-очень хочу, чтобы мы не торопились усложнять, не поспешали ускладнивать, и чтобы мы понимали, что в каждом рецепте, в каждой возможности готовить есть огромные возможности не готовить, ничего не делать, даже не покупать. Хотя все, что мы купили, то мы и съели. Хотите не есть колбасу? Блин, мать вашу, не покупайте ее. Ну, нет другого способа перестать есть колбасу. Ее надо просто перестать покупать. Я хочу, чтобы вы наслаждались каждым днем, наслаждались друг другом, наслаждались жизнью, развивались и видели во всем невероятные возможности, вот такие бесконечные возможности общения, любви, взаимодействия и, конечно же, секса. Большое вам спасибо. Желаю вам всем прекрасного вечера. Я что должна сказать? А, если у вас есть книга, я ее могу подписать, верно? Или купить здесь и купить здесь. А сколько она стоит? 400 гривен? 400 гривен. В интернете можно чуть дешевле, по-моему. Я шучу, шучу. Все, я шучу. Спасибо вам еще раз.